Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И в прошлом эпизоде, ребята, мы эволюционировали двух покемонов с помощью Раркенди, да, который эволюционирует с помощью счастья. И я показал, как я немного достроил город. И ребята, Пикачу, сейчас будет речь о Пикачу, да. Так, сейчас, Пикачу, Шайни Пикачу, ребята. Действительно, нашел я Шайни Пикачу, сейчас вы можете видеть как раз скрины на экране, как я его нашел, как я его ловил. И, в принципе, он почти что такой же, как и обычный, да, но чуть-чуть темнее. Сейчас мы, ребята, будем продолжать эволюционировать наших покемонов. Давайте сейчас, кого мы можем эволюционировать. Так, этого мы ставим в компьютер, так как он уже прокачанный Шайни. Пикачу и Джиглипафа мы берем с собой, так как... А, еще. Вот тебя. Мы тоже ставим в компьютер. И еще берем на прокачку, пускай будет там... Это кто у нас? А, да. Берем мы на прокачку. Вот... вот тебя. А, он уже прокачанный. Так, ладно. Ну, давай тебя. Так. Сейчас, ребята, идем мы прокачивать. Вот. Пикачу. И идем мы прокачивать Джиглипафа. И вот так, да. Так, ребята, так. Пикачу, Райчу, каким ты там будешь? Обычным? Давайте сейчас мы посмотрим. Или... Так. Джиглипаф, давайте тебя сначала эволюционируем. Да куда ты? Ну давай, давай. Так, Виглитаф. Да, вот он. Тоже прикольный такой. И давайте Пикачу. Шайни Пикачу. Давай, Пикачу. Давай. Наверное, будет обычный Райчу, но немного темнее так цветом. Или вообще как-то не изменился. Или может реально темнее, или такой же даже. Так, где у нас Райчу? Для сравнения. Где-то он, вот он. Ну да, такой же. В принципе, такой же. Но немного темнее. Ну да, этот оранжевый, этот это темно-оранжевый, этот светлый. Ладно, так, ставим их обратно в компьютер. Не буду я удалять обычного Райчу, так как это Райчу, да, обычный, это Шайни. Ставим его. И Виглипафа тоже ставим. Так, эволюция Шайни покемона и Джиглипафа. Так, сейчас мы, ребята, прокачаем Синдаквилла. И тебя. Так, нужно уже ловить новых покемонов, так как... действительно, у нас уже даже... Вот, ты, тебя еще вот этого можно прокачать. Еще кого? И вроде все. И больше нету покемонов, которых мы можем прокачать. Так что, ребята, нужно ловить новых покемонов. Алмазы я обменяю все-таки уже, наверное, в следующей серии. Сейчас мы пойдем прокачивать покемонов, ребята. Так. 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 Вот там как раз Шайни. О, какой Шайни и покемон босс. Идем мы вот сюда. Ух, мелкое такое, фиг словишь.
Так, где ты? Там еще покемон босс. Оп, твою ж... Так. Отлично. О, Синдаквил уже эволюционирует. Давай. Квилава или как оно там называется? Его. Нет, Квилава это третья эволюция. Или нет? Да. Нет, первая. Вторая. Да. Так. Да, вот он. Так, вот там у нас есть. А, ну да, я тут только хотел туда телепортнуться, он уже пропал. Так, тут у нас никого. Тут у нас тоже. Тут тоже. Итак, ребята, что-то опять Майнкрафт вылетел, крашнулся, и фиг его знает. Почему так? И, короче, фиг его знает. Но, в принципе, опять видео не намного так отрезало, обрезалось. Ну, я словил одного покемона, Скорупи, или как он там называется, да. Потом пошли мы на остров, и вот там крашнулось. Ну, в принципе, ребята, сейчас мы продолжим. Так. Так. Сейчас, ребята... пойдем мы опять, давай в горы, да, пойдем мы в горы. Вот как раз там покемон босс. Так, в горы. Вот там еще один, если успеем. Ух ты, еще один мастербол, ребята. Так, вот он. Где-то, вот он, вот тут. Так. Опа, вот этот, потом его возьму. Так. Отлично. Так, ребят, сейчас. Пойдем, не, ну в принципе да, будем мы в горах, я так думаю. Ух, что я сейчас подумал, ребята. Вот сейчас секундочку, убьем еще вот этого. Сейчас убьем вот этого, он в земле, да? Да. Сейчас мы туда докопаемся. Там лава, я слышу. Поэтому под себя лучше копать не буду. Не, ну, в принципе, вот он. Так, отлично. Так, где там лава? Сейчас посмотрим, может... Какой-то фосил тут будет. Может. Так, какая-то высота? Так, нет, ничего тут нету. Ладно, и там ничего нету, так что пойдем мы, ребята, опять в горы. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, сейчас идем мы тогда вот сюда. Тут у нас еще один покемон босс. Где-то должен быть. Вот он, отлично. Так. Так, и сейчас вот сюда. Опять, ух, ты ж... Так, вот. сейчас, да, я не знаю, давайте, может, полетаем. Сейчас.
Так, все. Вот что я хотел сказать, ребята. Так как мы уже можем, да, делать себе покемон, как бы. Ну, покупать шайни покемонов, да, будем себе продавать всякие вещи, да, и как бы за алмазы. И будем себе покупать шайни покемонов, то я думаю, первый шайни покемон у нас будет Чармандер. Реально. О, это кто? Ну да, Мальферно или как он там? Реально, первый шайни покемон, ребята, у нас будет Чармандер. Чермилион, нет, Черизар, да, он как бы будет черный. Я думаю, это действительно будет прикольно. Так что, наверное, тогда будет. А сколько сейчас? Я еще даже цену не установил, как бы, которая у нас будет за одного шайни покемона. Ну, вроде я сразу же говорил, что. Нет, сейчас. Если один шайни покемон у нас стоит 200 алмазов, да? Нет, 200, я думаю, это уже будет слишком. У нас же вот этот, у нас же один алтарь стоит 200 алмазов, а один алтарь это получается один легендарный покемон. Ха. Поэтому я думаю, не 200 алмазов будет, а 100, да. Я думаю, будет 100 алмазов, один шайни покемон. Да. Так. Не, ну в принципе 100 алмазов, я думаю, как раз будет нормально. Так, это. И где он у нас? Он где-то вот там еще и снизу, как я понял. Тут его нету. О, я его слышал. Вот он. Так, иди-ка ты вот сюда. Да иди сюда, твою ж. Ух ты ж. Ну, и где он? Это. Да, куда он пропал? Чё за хрень? Вот лагануло на секунду, и он куда-то забежал, и я даже не понял. Вот он. Охренеть. Да ты ж мелкая. Да ты. Слухай, ты. Паскуда. Мелкая. Твою ж мать, ты засранец мелкий. Охренеть. Да. Так, ладно, уже вот этот кролик у нас эволюционирует. Сдреть можно. Пока его словишь, капут. Ну давай уже. Камерапт или как ты там называешься. Да. Так. Отлично, вот и. О, алмазы, алмазы, алмазики. Четыре алмаза. Сейчас там у нас гравий. Ладно, туда не. О, еще алмазы. Один только. Ладно. Не, ну в принципе алмазы, алмазы, да. Но и так их нужно взять, мне так кажется. Это же алмазы. Сейчас. Мы посмотрим, нет ли тут фосила случайно, так как нам, в принципе, одного только покемона фосил не хватает, и у нас будут все фосил покемоны. Ух, тут просто ни хрена себе сколько гравия.
Но никого нету. Ой, это так. Тут тоже никого. Тут тоже. Ладно. Давайте сейчас сюда спустимся. Тут тоже есть гравий. Да. Вот глючит немножко реально. Тут просто нереальная куча гравия везде. Сейчас. Нет, нет фосила, нету. Туда не будем лучше псуваться. Ну да. Тут у нас... Нет, тут тоже ничего нету. Один фосил, и у нас будут все фосил покемоны. Ладно, идем мы вот сюда, тут как раз у нас покемон босс. Только он опять... Нет, он не под землей. Так. Отлично. Ну, Райквазы. Так. Нет, идем мы в горы опять, ребята. Да ты... Так. Ух, опять полный рюкзак. Уже нет. Сейчас. Да. Да. Так. И полетели, полетели. Райквазы у нас там летают. Не буду я ее ловить, не буду я ее убивать, нет смысла просто. Поищем каких-то тут новых покемонов. Оникса у нас нету. Кого еще у нас нету, кто тут есть? Клифер. Вот, ну фиг его знает, можно ли тебя словить. Ух. Не так, ладно. Да ты что, издеваешься? Да я же в нее кинул. Вот, охренеть. А кнопка-то выпала, нет? Только одна. О, вот еще одна. Так. Не словилась? Нет. Ну сейчас попробуем и тебя словить. Отлично. Словилась, ребята. Если кто знает, напишите, пожалуйста, есть ли у нее еще эволюции, как они происходят. Так, тут у нас... Тут у нас... Никого я не вижу. Так. Сейчас. Я не знаю, есть ли тут еще кто-то. Ну, тебя можно? Так.
Еще кого можно, еще кого. В принципе, больше нет тут покемонов-боссов или каких-то еще других покемонов. Поэтому, ребята, я думаю, давайте на этом уже закончим. В следующем эпизоде, я уже так действительно думаю, мы поменяем себе кучу алмазов, да, и сделаем себе, может, уже сразу же возьмем шайни покемона, или, может, не сразу же, может, посмотрим, короче, ребята, да. Поэтому, ребят, давайте сейчас закончим, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.